Привет, дорогие зрители. Как меня слышно? Все хорошо? Как у вас дела? Что делаете? Проснулся? Я уже давно проснулся. Алло. Между тем, ты знаешь, я сегодня как раз-таки думал такой, типа, сегодня надо постримить, ну, в привычном формате. Думаю, блин, что-то ничего не хочется, может отдохнуть? А потом понял, что я хочу Вальгаллу. Ну, не совсем Вальгаллу, но, понимаете, Вальхейм. Эта игра поглощает меня, и мне уже давно нужен был небольшой перерыв, чтобы отдохнуть от стандартных стримов. А это прекрасный повод отдохнуть от стандартных стримов, но при этом еще и стримить. Алло. Алло. Как ваши дела? Привет. Нормально. Хорошо. Спали, да? Нормально спал Джек сегодня? Очень. Мы, по сути, только на сон отвлекаемся. Вы видите, что это на самом деле довольно, ну, странно, нет? Нет. Я бы не сказал, что мы отвлекаемся на сон. Мне приснилось, что я приехал к вам в гости, и мы играли в Вальхейм. А, правда? Понятно. Да. Даша мне же рассказывает сегодня, как... Кошка у нас сегодня орала дурниной, разбудила Дашу, и тут сообщение в ВК, Джек гифка, это let me in. Let me in, да. Пусти, говорит, меня на сервер. Я говорю, тебе повезло, потому что кошка, говорю, разбудила меня 10 минут назад. Ну, с Тоси договорились просто. Да. Такой, Тоси, большой палец поднимаешь, она тебе такая значок, окей. Так... Во время этой игры я вспоминаю какие-то старые классические прохождения, типа как мы с Джеком в DayZ, допустим, бегали и шустрелой. Ну да, типа особой цели какой-то не было, да. Но при этом что-то прикольное все время. Да я даже больше про атмосферу, или там как мы с Дашей Тёмой играли во Властелина. Сейчас почему-то такого прямо уж нет, раньше как-то клёво так сидели. Твич все испортил? Да нет, при чём тут Твич? Это еще на Ютубе было как бы не очень распространено последние годы. Просто мы повзрослели, изменились в худшую сторону и все. Постарели. Да. Да. Да, такие. А раньше-то какими были. Молодыми, красивыми. Энергичными, да. Активными. Сейчас Артур, принеси носки. Кстати, Артур. Нет. Извини, Артур, я не хотел, я думал, она в носках. Я не в носках. I love you and I miss you. Call me. Да вспомнил старый мем, простите. И сижу, орирую. А еще этот... О, господи, чуть не упал. Что это было? Понял, живи. Живи, Артур. У меня так ручка от стула один раз сломалась, и чуть не бездыхнулся. Блин, посмотри на эту игру. А у меня на стриме кресло подо мной. Да, не кресло, а стул пластиковый, потому что у Даши еще кресло не приехало, она сидела на пластиковом стуле. Да я помню, да. Она с треском провалилась. Так, друзья мои, я наделала еще сундуков. Теперь у нас будет дом из сундуков. Дом из сундуков. У нас стены должны быть из сундуков уже давно, я считаю. Дом из сундуков. Дом из сундуков. Это ты вот это вот, да, поешь опять Деброва? Угу. Ром и пепсикол. О, нет, 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 я опять пою эту песню. Понимаю. Это самое кринжовое, это хуже, чем «А по улице гуляет дождь». Это еще хуже. И какие-то еще претензии к моему дождю. Хотя нет, нет, хуже, чем «По улицам гуляет дождь», быть не может вообще. А по темным улицам? Нет. Да песня-то норм, Джек. Просто голос, которым она это поет, как будто она не ртом это поет. А потом... Ребенок как будто поет. Алло. Это не ребенок поет, это женщина поет. Ну а он думал, что поет ребенок. Ну вот видишь. Да. Да, игра хорошо оптимизирована и весит 1 гигабайт. Чего надо еще-то? Вот я тоже вот согласна с этим. Чего еще надо? Мне ничего не надо. Кроме рома пепси колы. Нет, Артур, нет, не пожалуйста. А ты туда что складываешь, попрыгну, Артур? А зачем ты семечки сюда скидываешь? А я устал складывать. Почему? Просто накидал по семечке. Серьезно? Артур, я тут хожу. И сразу же спалился. Сразу же, понимаешь? Я тут хожу, блин, так стараюсь. Все складывал аккуратненько, только последние семечки положил в один ящик, все, мне попало сразу. Я слышала котика. Я тоже да, слышал. Да, да, Алиса ноет. Че она ноет? Че кошки ноют? Она кошки не ноют. Ноет. Она не ноет, она сообщает очень важные вещи. Угу. Что, она поела, теперь полежит?
Да. Это когда к нам мама Дашина приезжает, а Тося здесь каждую ночь, она, в общем, хватает свою игрушечную мышку, одну из набора, в рот, из мышки во рту, она начинает орать дурниной. Ходить по дому и орать дурниной, всем показывая, какая она дофига охотница. И ночью в 3 часа вот это вот. Мама первое время офигевала вообще просто. Говорит, как вы, говорит, спите? Я говорю, я ниже внимания не обращаю. С игрушечной, ладно, те, которые по улицам гуляют, могут трупик мышки принести. Да, я знаю. У меня дед, когда в огороде работал, они всегда кошку с собой брали. Она была такая мышеловка, просто пипец. Постоянно, каждое утро тоже притаскивала мышей к крыльцу дома. И на таких здоровенных крыс себя размером. А дед их всех потом закапывал за домом. Мы когда в Анапу переехали к дедушке с бабушкой, у меня мама такая, ну, городская вся, молодая, современная женщина. Она очень сильно, не то что удивлялась, она пугалась того, что кошка приносила на порог каждое утро, она собирается на работу. А кошка мышей приносила на порог, на пороге оставляла. Мама не понимала вообще, зачем она это делает. Мышей, крыс где-то находила. А потом дед сказал, что она типа, ну, похвалы ждет. Она вот поработала, вот она поймала. Я читал у специалистов. Корми меня, хозяин. Что, мол, она нас считает своей стаей и подкармливает. Вот. Даже, кстати, пока тебя не было, ко мне Один приходил. Да, прикольно, что сказал. Я его наконец увидел. Но я в него из лука выстрелил 2 раза, и ему урон не... Ты что, поехавший? Ну, зачем? Мы считаем, что Один и Тор лохи. Да, потому мы считаем, перешли в христианство. Да, это все язычество. Да? Ясно. Глупая причина. 10-10. Да. Язычники, отстой. Ну, он слышал, меня не покарал молнией, поэтому... Да. Получается, Фахмат. Не покарал. Тогда помни, что первый попавшийся враг, убивший тебя, это воплощение Одина, карающая длань. А, понял. А если задохнешься и утонешь во время плавания в воде нечаянно в этой игре, то это значит, тебя тоже боги покарали, а не ты. А еще физика отстой вообще не бывает. То есть, по-любому. Если ты упадешь со скалы, то тебя боги наказали. А не гравитация. Дракар. Викинги. Страшный шторм. Викинги молятся, появляется в небе лицо Одина и молвит: «Прыгайте все за борт». Ну, типа, попрыгали, утонули, доспехи же. В небе появляется второе лицо Одина. Локи, ну вот нахрена? Это в чате у нас тут, в общем, народное творчество. Это язычество какое-то там у тебя распространяет. Я бы принял меры. Это модератор. Модератор не можешь себя забанить. Ребят, ну вот серьезно, без обид, но я просто сейчас отдыхаю от стандартных стримов. Да, возможно, там есть что-то, что хотелось бы, чтобы поиграл кто-то, ну, допустим, я на стриме, или каких-нибудь коопов хотелось бы более больших. Возможно, хотелось бы, чтобы я поиграл в какие-то старые игры, которые хочется лично тебе. Но сейчас либо не было бы вообще стрима, либо я играю в это. Очень многие стримеры сейчас взяли передых, потому что затишье, понимаешь? А я что-то так упал в Вальхейм, что... Я даже не столько в Вальхейм упал, сколько в свою приятную компанию. Ну, то есть я хорошо провожу время. Прошу не злиться на это мое решение, потому что если вы злитесь, то... А я, как человек нетоксичный, желаю вам здравия... Что из металлолома? Что из металлолома делается? Охренеть! Скажи мне, что? Кузнец уровень 5. Ну-ка, офигеть, кинь. Там столько рецептов. Вы сейчас просто... Вы просто кинь. Сейчас... На. Так вот, если кто-то недоволен, то просто... Железо, доспех, железо. Можно секунду потише? Без железа, топор, боевой топор, охотничий лук, охотничий лук. Железо, железобулава, железо, кирка. Иди, возьми просто металлический... Так вот, короче, если ты недоволен, товарищ зритель, то возьми здоровенный пень, 2 метра в диаметре, и засунь его себе в жопу. Вот настолько, понимаешь? Вот настолько, потому что. Окей? А в остальном, типа, лавки, чмавки, обнимавки. У людей там просто, я не знаю, пена изо рта пошла, они, похоже, какие-то крутые ресурсы, смотри, уже начали ковать. Охотничий лук, 20 слитков железа, 10 качественных древесин, 10 перьев и 2 шкуры. О, господи, так, сейчас они немного поутихнут и потом продолжим. Вальхейм огонь, работаю, смотрю стрим, после стрима сам поиграю. Так вот, короче говоря, я, ну, в целом считаю, что это правильное решение, немного отдохнуть от больших стримов. Баня в деревне? Блин, я бы сходил в баню. Баня прикольная тема. Но я сам не умею, ни то есть там, было. Ни на огонь там водой брызгать. И я бы обвалился нахрен. Я вообще не была ни в сауне, ни в бане никогда. Я вообще ненавижу баню, но если там временами прям хочется. Ты попробовал, тебе бы тоже понравилось. Ну просто вот в общественные я точно не пойду.
потому что хз, кто там до меня сидел, там попами и своими яйцами, писями терся. А тут представь, как... ну вот деревенская баня, это круто, прикинь, там голые родственники. Круто. Я даже не знаю. Дед, с дедом, дядей сидишь, писюнами светишь, смотришь друг на друга, кайф. Так, ну это у вас там такие мужские. А что, у женщин, да, по-другому. Можно одному ходить? Не надо одному ходить в баню. У меня один родственник угорел в бане, это вообще никому не пожелаешь. У женщин тоже, да, как бы сидят. Если что, мы не поэтому смеемся, Артур, ты просто кинул не вовремя, пипец. Я сам смеюсь, типа, обидно было. Честный семейный круг, да. А, ребят, гоблины. Шо? Да, там вот два гоблина могут быть рядышком. Главное, не дай гоблинам ударить тебя. То есть жди, пока они будут замахиваться, и в последний момент отбегай немножко. И не показывай им свой страх. Я здесь, Даша, голышом с ними дрался. Да, я понимаю. Не смотри им в глаза, не показывай свой страх. Понял. Не показал свой страх, упала в лужу. И Артур тоже отвалился. Да, единственный момент, когда я, блядь, не мог отбить удар, я, конечно же, сука, я плавал. И вот это вот он меня ударил. Говно. Простите. Это карающая длань Одина. При этом я выжил, да, от карающей длани Одина, которым я больше всего проблем нанес. Ну, понимаю. Пойдем вырежем этот лагерь. Я, конечно, согласен их развалить, но надо быть осторожным. Артур, у меня стамины нет. Я не прикрываю, ты просто стоишь. Я понял, мне больно. Нормально, мы их разваливаем. Понимаю. Один, прекрати нас карать! Я бы, кстати, реально уже подумываю о том, чтобы кого-нибудь добавить, просто чтобы кто-то рубил лес. Круглосуточно. Но для этого круглосуточно должна быть игра запущена. Ну это я так, образно. То есть ты реально хочешь человека припахать, чтобы он получал? Нет, ты что? Кто хочет пойти рубить деревья? Пахать им, это будет в радость. Я не пущу того, кому я не доверяю. Да, потому что дело ответственное, и не каждый справится. Да-да-да, да. Потому что, блин, начнут приходить улокать и ломать что-нибудь, то, что я построила. А зарплата какая? Так, ты нам не подходишь. Вот именно. Бан. Алло, гоблин. Пиздец, меня так гоблин побил. Я воин, как бы. Гоблин со звездой подбегает, убивает. Гоблин со звездой, его я вообще не отбиваю. Сегодня такие шахтерские войны у нас. Да, у меня огородные. Огородные войны. Смотрите на канале Усадьба. Так, и морковный суп. Погнали варить. У кого-то морковный суп, а у нас здесь куча грязного говна. Это что, какая-то шутка или что? Какой проход, типа, мы не разрываем, только будет еще больше заваленных дерьмом проходов или что? Дерьмо! Ни сокровищ, ничего нет, просто представь, даже мы, короче, прорываемся, видим в три стороны, короче, проходы. В дерьме. Раскапываем один, проходим следующий проход, там два прохода. В дерьме и третий тупик. У нас вещи. Гнилые потроха, жижа отвратительно вонючая, кости, иссохшиеся кости. Вот кожаные обрывки. А, ну это два тупика и были заговняными этими жилами. Просто великолепно. Что за музыка играет? Нордик, что-то там, микс. Микс? Это техно? Сейчас скажу. Самая подходящая музыка. Пушай, последние полчаса, а Даша только вздохи тяжелые вот эти вот слышу, злые. Да потому что мне очень тяжело. А у нас шлюпа не дерьма, которая... Да. Мы, Даша, мы тут по колено в дерьме, сверху вальцы дерьмо и ядовитые блёрпы-слёрпы, понимаешь? Тут еще две кучи, мне нечем их разбивать, Артур. У меня тоже. Я больше не могу так, убей меня здесь. Закончи это прямо сейчас, я больше не могу. Ради чего мы это делаем, мистер Андерсон? Ради говна.
Зачем мы здесь? Мы любим говно. Поплыть домой, чё? Получается, поплыли. Пришли, извозякались в говне и ушли назад. Да, набрали, главное, его полные карманы. Еще и весит, блин, 500 тысяч тонн. Да, тяжелое говно получается. Если сейчас еще на обратной дороге блёрп какой-нибудь выскочит, I'm gonna lose it просто. У меня лут практически уничтоженный. Okay. Я не знаю, сколько у меня быстро. Ой, блёрп. Выпрыгивай с лодки, а то он иначе запрыгнет сюда. Вон он на тебе. Ну я говорил, если блёрп появится, и все. Не умирай. Не надо. Не надо. 19 хп. Не надо. Не на... 7. Нет. 3. Как же нас это место овнит просто. Пожалуйста, скажи Доше, что камнерез мне нужно ставить под крышу, чтобы... Но я уже... Игноришь, получается. Да все равно это такой бред, вот серьезно. Ну, то есть, вы вот просто подумайте. Вот вы сейчас придете? Вы придете домой? Нет, скоро, нет? Я просто хочу вам кое-что показать. Нас тут качает по волнам. Ну, в общем, мощеную дорогу, чтобы делать, ее можешь строить ты только в пределах вот как камнереза, скажем, действия камнереза. То есть, ну, типа верстаками, ну, типа вот этого, да, для камня. И ты хочешь, например, построить такую дорогу, ну, не дорогу там, а что. Ну вот как это наши, вот. Да? Вот если дальше, вот да? Нашу дорогу камнем, да, заложить? Да. Нам надо 50 камнерезов вдоль этой дороги. Нет, ты должен ломать этот камнерез и ставить его через 10 шагов дальше, чтобы продолжать дорогу. И вот так вот, вот а этим заниматься. А камнерез только один может быть? Нет, ты можешь его много создавать, но ресурсов слишком дофига. Понял. Проще его ломать, я пройти знаю, чуть-чуть, ставить его заново, и опять сделал дорогу, опять, значит, за пределы вышел, ломаешь камнерез, ставишь заново, и это же... Ну, я хорошо на двоих, что один постоянно стоит ломать камнерез, а другой дорогу, и они идут параллельно. Для камнереза верстак нужен, чтобы его установить, конечно. Да что там, ты знаешь, мы слишком надолго уехали, там, по-моему, уже все. То есть надо еще и верстак ставить? Да, чтобы ты мог поставить камнерез. Понимаю. Ты должен, короче, ломаешь верстак. Ну смотри, ты идешь по центру, ставишь дорогу. Я иду справа, ставлю, убираю камнерез. Артур идет слева, ставит, убирает верстак. Да. И так через час мы построим дорогу до нашего второго домика. Да, так и ну, вот. Ну и все это снимаем на видео. И отправляем разработчикам. Я, конечно, не собиралась этого делать. Строительная бригада дорожников, да? Блин, да. Я чего-то не вижу. Почему говорили, что наш дом изменился? Ну не дом, а типа наше жилище, все, что вокруг. Или Даша уже все убрала? Нет, мощеная дорога на месте, Артур просто прошелся по ней, не заметил. А, дорога! Я смотрел наверх. Ага. Что это было? Дракон. Ледяной кал по тебе летит, Даша, это дракон. Какой дракон? Дракон, блин! Дракон, его зовут Дракон. Дракон по имени Дракон? У меня нет огненных стрел. У меня есть только обычные. Залежи же обсидиана здесь, обсидиановый кал будем делать. Кал. Нужных инструмент получше. Я даже не могу с ним ничего сделать. А бронзовая есть у кого-нибудь кирку? Бронзовая кирку. Как вы тут поднялись вообще? По этим самым, ну по камням. Эйпова, почти да, убила. Кого не убивайте, я хочу посмотреть на дракона. Опять сейчас вот это убьют, и никого, и потом не успеет. Кстати, Даша, я еще одного дементора убил, Артур его так и не увидел. Артур, ну что, мне смотреть, как он меня убивает? Уворачивайся. Тут скользко. Ну, так... Ладно, не убиваю. Ладно, но я не убиваю. Нет подъема. Он по мне стреляет льдом. Да, по мне он тоже стреляет льдом, минус но нам нельзя КП. Обороняться, потому что Артурочка не посмотрел. Артурочка, ты не посмотрел. Я как туда поднялись вообще? А вот дракон рили, все, можете убивать. Ты как Богданчик, спасибо. Блин. Сейчас. Он даже стрельнул меня. Он такой маленький, всратенький дракош. Паники-то было, господи. Так какой ломать? Который? Волки! Что? Ну, минус на секунду, жопа просто. На секунду оставил. Понимаешь? Минус стамина, минус жопа, минус жизнь. Походу я не вернусь потом сюда никогда, если тут сдохну. Все я причем всю стамину я потратил на забег портал, сюда. Ёмана, господи, волк говна. Да чтоб ты сдох вообще. Волк. Волк. Да что я тебе сказал? Он тебя алчит, прости.
А, да, действительно. Я не буду золотом ставить. Да в смысле? Ну говна. Как бы, вот твой лут тут. О, медь. Не тот волк, кто кому волк, а тот волк, кто не волк друг другу, а друг врагу. Ауф. Волчок. 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 Бать за бачок. Волчочек. Бля. Ты второго нашел? А, нет, я просто вместо того, чтобы драться, попытался пожрать. Ну типа, а чё бы не попытаться? Блёв. А ты туда поднялся? Я сижу во рве и тону. Хорошо. Волчья стая, и если ты не трахаешь, что лучше бегать? Ауф. Что? Не знаю, тут пацанские паблики включились. Простите. Смеркалось. О нет, только не смерка. Метр. Метр вперед. Ох. Ну, на горе мне понравилось. Это хорошо. Здорово. Да. Бздорово, я бы сказал. А вы умерли? Я нет. Я умер. Я умер. Я, кстати, после того, как увидел эту гору, считаю, что все стримеры, которые хвалят эту игру, все они проплачены. Ну, как портал будем называть, Ста? Так, дома назовем. А, нет, ты подожди, ты дома, да? Дом. Я у портала стою, готов писать. Ну, мне кажется, это типа... Артур, помоги. Беги. Беги ко мне. Беги ко мне, он злой. Мне, пожалуйста. Мне нужно поставить портал. Сначала... Так, короче. Говногора называется. Где первая большая. Даша, поставь портал, пожалуйста. Он бежит к тебе, Даша. Бежит. Я мертв. Бежит к тебе. Блядь, серьезно? Мне нравится на этой горе говно. Я поставила пока только верстак гребаный. Да, да. Если что. Сейчас, подождите. Чат, в смысле вы. Вы уже как... Да. Сейчас. Я одним глазочком посмотрю. Волк ушел. Я бы могла по стелсу поставить. Как назвать? Быстрее. Да похер как. Любое название. Говно, гора, я предлагал. ГГ. Говно, гора, капсом, гора, с пробелом. Все слит. А, капсом. Уебать! Поставил. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Есть портал. Ебать, он скачет по горам, как козел. Как козел горный. Джим! Это волк или козел, блядь? Холодно! 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 6 хп. 6 сейчас хп! Помогу, Даша, сейчас помогу. Это сука гонится за мной! Блять, серьезно. День 106. Спасибо, игра. Сука. Убил он тебя все-таки. Да. Он сейчас сломает портал. Он лезет ко мне, Даша. Тут, блядь, что-то новое. Он лезет ко мне по горам. Здесь оборотни. Оборотни. Я оборотни. Оборотни. Все, пизда. Извините. Замат. Да. Осуждаю, не одобряю. Извините. Есть мнение, что дракон на портале это не очень хорошо. Я распущусь, как могу. Господи, мне хана. Меня сейчас волк сожрал. Волки, сука, сильнее, чем драконы. Что это за волки такие? Эти волки, это типа, мне не нравится. Я хочу быть воином. Я не хочу быть потерпевшим. Волк, иди нахер. Иди нахер отсюда. Он идет за мной по скалам. Понятно. Я сейчас что? Умру. Умру просто. Ну, умер от того, что холод. А он за мной по скалам скакал. И кровь теперь, вся скала в кровище стекшей. А там в огненных стрелах ты давно заглядывал туда? Залезь, кстати. Еблан, говно, жопа. Там пусто было. Сука, в тупица. Огненных. Отъебись от меня, блядь, сраный волк. Меня волк там загрыз. Ваншотнул волка просто. Молодец. Вот сюда иди, вот тут волк, вот убей его. Вот волк спереди. Он не важно, я сейчас умру от голода. Еще одного волка убил. Молодец, лучше бы мы его убил. Да ебаный насос. Бля, чел, ты че такой тупой, господи. Ребят, это плохое место для портала, я так думаю. Потому что здесь по КД драконы. Кстати, они мне... там у горы летают. Мне показалось, или там есть респаун драконов, я видела на горе. Да, ребята, они где-то здесь спавнятся. Мы здесь просто не выживем. Нам надо убирать этот самый...
Да просто я сейчас свои вещи заберу. Да вы можете на самом деле разламывать уже как бы. В смысле разламывать? У меня там вещи лежат на вершине горы. А, это другое дело. У меня тоже лежат. А я только из портала вышел, у меня... Этот еблан бегать не умеет. Он, сука, застревает во всем. В рот его наоборот. Тварь. Тише. Ребята, спокойно. Я не могу быть тише, когда этот еблан, блядь, ползет на четвереньках, сука, повизгивая. Ненавижу его. Тише. Ох, как я горю с этого дегенерата. Тише. Я снизу пойду, уж не с горы, типа, рот ее шатал. Говно драконы, говно волки ходят в хороводы. Говно гора, я говорил, да, я говорил. Я снизу пойду, там мои вещи, я должен их забрать. Похер вообще. Хера меня припекло, простите. Дракон, ладно, я вижу. Пожалуйста, любое это. Ты меня ждешь, да? Нет, я кружу, чтобы у меня хп поднялось больше, чем 25, потому что иначе я умру от... А да. Что ты ешь? Разреши? Я спроси. Больше не хочу сделки пить. А что ты... Я съел, короче, я выпил вот этот чудо какой-то йогурт, потом ягоду из Австралии. Йогурт? Какой йогурт? Который урезает восстановление хп? Пил чудо-йогурт в Австралии, Настя. Ну, он просто выглядит как чудо-йогурт в банке. Типа деревянный, ну, викинговский, если бы он был. Че вы докопались до меня? У нас такая... двух ударов отваливаетесь. Че вы докопались до меня? Концентрированная просто. Ну, у меня да. Вот бегут за мной весь лес, чтобы от двух ударов отлететь просто. Еще один, волки? Еще трое пришло. Крейт дворфы эти, или кто они там, блин? Этот мир высрал еще двоих. Крейт бингов на меня. Этот мир высрал. Ну, подлетело облачко просто и дриснуло на меня этих дрейков. Кабан, вот ты отлетишь от одной стрелы, вот оно того стоит. Ты как Нансап, который пытается дать совет. Вот он бежит, он его пишет. Группа. Когда я вот такие увижу, просто бан и все за секунду. И смысл был этой беготни-то, а? Кому я объясняю? Ну вот, ну чё ты бежал? Ну а ты чё бежал? Куда я прибежал вообще? Где дом? Артур, посмотри, где я? Я шел к дому. А, ну да. Я кабаны нонсабы загнали. Артур, воин с болота нападает на дом. Скидывай яйцо и иди. Алло! Ребята. А что если огромные костры ставить на этой сраной горе, и от них будет нам тепло, и мы не будем мерзнуть? Для огромных костров же не нужны, что ли? Ага! А в принципе, вообще-то, если... взять сейчас, то можно, знаете, что сделать? Я сейчас сделаю, наверное, второй такой маленький этажик, вот здесь, вот сюда лестницу поставлю. У вас там все в порядке? Да. Да. А как насчет того, что никогда больше в эту игру не играл? Почему? Да, и просто в качестве бреда идея. Удочку, так сказать, закидываю, через пару деньков еще раз пошу. Артур, а ты куда яйцо положил? Пока никуда. А то что-то подумал, а вдруг оно вылупится рядом с огнем. Ну, типа, класс, я буду очень тепло. Рада. Вот будет жестко. Мы заходим в игру, а у нас огромный дракон весь дом расшибарился, вылупился. Саня, Джек, Диана. На моем месте? Даша, смотри. Зайди в дом. А что? Меня поедали. Смотри, человек яйцо. Это яйцо? Это яйцо. А теперь смотри фокус, смотри фокус. Рождение. Яйцо превращается в меня. Я вылез из него, я был яйцо. У вас как с едой? Ну, состояние здоровья, у вас все хорошо? Ну, в смысле, не психическое? Состояние здоровья психическое, а? Нет. Все хорошо, давай, все нормально. Нет, просто здоровье, нормально. На гору сходим, дракон. На гору. Я хочу вам кое-что показать. Для меня гора это большое но-но. Ну так вот пойдемте на гору, я кое-что вам покажу. Пойдемте на гору. Не-не-не, я не пойду на гору. Я не вернусь туда больше. Ну, ребят, да ладно, пойдемте. Шатал я эту гору, как бы, цена. А можно мне молот подержать, твой Дашу? Я подумаю. А, понял. Спасибо. Guys! Что? Тут динозавры двуногие.
Огромные. Чё? Что? Да, по берегу ходят. Офигеть. А мы ему... Даша, ты проверял запасы медовых? Ой, пятиногие тоже. И шести купились. Думаю, не брал. Мне кажется, что все-таки взял. А ты можешь парус открыть и грести как-нибудь побыстрее, нет? А что ли, я понимаю, почему ты не плаваешь? Я говорю, да, вперед. Я почему он соль на путешествие отправился на лодке один. Сам с собой. А почему у Артура все пишут F и ржут, и плачут одновременно? Может, он умер? Не знаю. Артур. Что? Нашел динозавров. Not like this все ставят у него. А на карте посмотри, он уже дома. Он дома находится. Он как-то от 100 тысяч километров появился дома. Получается, он умер. Там, в общем, была Австралия номер 2. И на берегу не было комаров, а потом, когда я шел обратно, они были. Даша, торговец, мы на острове с торговцем! Что? Где? Почему? Карту открой, карту открой, карту открой! О, господи! Да-да-да! Офигеть! Мы сейчас пойдем туда и поставим там портал. Так, я пошла сносить этот... Не, мы поплывем туда, мы поплывем туда. Да, хорошо, хорошо. Сюда, как бы мореплаватели на базе. О, да. Пока кто-то, как говорится, играет в Skyrim, кто-то как бы находит торговцев. Капец, вот это был удар в спину. Угу. То есть зачем я сейчас туда плыву, если я туда плыл, чтобы найти торговца? Блэд, мне сейчас туда плыть, а ты бы все, плыть. Все, Джек. Мы отплываем. Что там у вас как торговец-то выглядит? Пойдем. Вот, новая Z. Надо переименовать его или нет? Торговца, кстати. Артур, сделаешь? Что? Переименуешь этот самый... Как его переименовать? Что? Ну, в смысле, что написать? Торговец. С капсом пиши, большими буквами. Торговец. А я этот переименую. Боже, я уже... Торговец. Все. Торговец. Так. Без пробела. Он через букву И говорил. А торговец? Не. Капсом. Торговец у меня написано. Угу. Сейчас там вот останетесь. Это очень похоже на арену для босса. Я тут тоже вообще-то, да. Останетесь там вдвоем, значит, капа. Придется возрождать популяцию, как бы. У меня не работа, а вот заработал. Ух, изи. Сейчас пробачит ночью, когда ни хера не видно. Рыба ешь! Рыба! Мне какую-то неправильную утку дали. Ой, утку, говорю, удочку. Почему? Она не ловит рыбу. Рыба не клюет. Она стоила 350 золотых монет. Рыба не клюет. Я сейчас заметил, что у тебя в Дискорде гифка вот этого Киану Ривз, который пьет вино из бокала. Каждый раз, когда ты говоришь, гифка активируется и шевелится. Ты не замечал? Нет. Ну, то у тебя это... у тебя... Да, у меня тебя просто не... фотография. Да, у меня аватарка такая анимированная. Блин, это круто. Но я не вижу, у меня она не двигается. Сейчас попробую продемонстрировать экран людям. Так, Ака, поговори. Да. Говорю. А, я чату не показываю. Вон чат, смотри. Видишь? Когда я разговариваю, Киану двигается. А, да. И молчит клево. При этом такой. То есть он замолкает. Ну, ты молчишь, и он такой замолкает. Такой. Он так сопьется. Не беспокойся об этом. Ну что у тебя там, не ловится? Ловится. Хочешь поймать рыбу, ты должен сам стать рыбой. Че? Я тут пытаюсь мечом рыбу зарубить. Ага. Что это? Милый, я уже поймана тобой надежно до самого гроба. Давай, ложись. Чё, позаигрывать нельзя? Мой муж и его заигрывание. Вот как это можно... Картина. Ты хоть одну рыбу поймал? Ну, ты знаешь, сколько наживка стоит? Я в процессе. Наживка, знаешь, сколько стоит? Сколько? 10 золотых монет одна штука. То есть, посчитай, я купила тебе
Сколько? 100 наживки. Я 1000 золотых монет потратила на твою наживку. Чат, так что за каждый теперь его неудавшийся этот, пожалуйста, считайте золото, ладно? Одна наживка, 10 золотых монет. Тихо, Вальтерен. Я тебя сейчас забаню. Сюда! О, сразу заловилась рыбка. Ух, как же это было просто. А сколько ты потратил уже наживок? Сколько попыток было? В смысле? Ну сколько попыток было? Попыток чего? Попыток ловли рыбы. Не понял вопроса. А, понятно. Понимаю. Мой муж попросил меня маяк. Я сделала. Мой муж попросил меня найти ему удочку. Я сделала. Мой муж попросил создать уют в доме. Я сделала. И он еще обижается на меня. Я? Нет. Да? Чат обижается. Чат, тем более. Который я всегда защищаю. Я охотился копьем на рыбу. Удачно. Да, копья больше нет. Думаю, ночью рыба придет ко мне с копьем и отомстит. Наша, наша стоя. Иди сюда. Я копаю. Не-не-не, вот сюда. Что? Вот. Блин, я рыбу съел, я хотел тебе подарить. Нечаянно, господи. Я же ее только что в руках носил, я что, правда съел? Так нет же, подожди. У меня было бы отмечено слева. Подожди, я потерял? Шо? Шо? А где она? А где моя рыба? Рыба где? А была ли рыба? Ну была вообще-то. Рыба Шрёдингера. О, копьё. Маша, может тебя на секунду сюда, на берег? Нет, я сюда. Я понимаю, что после того, что произошло, ты... Чего? Что ты хочешь от меня? Артур, я строю грёбаный маяк. Что ты хочешь? Что? Ты уронил рыбу туда? А, ты можешь наверх туда посмотреть? Я... Куда туда? Вот прям надо мной. А, ты не видишь, да? Что? Нет. На 2 метра вверх от себя ничего не видишь? Нет. Тебе поставить лестницу? Нет, она медленно... Это мое копье. Оно медленно летит в сторону дома. Вот. Ничего не вижу. Ну, в общем, неважно. Один, прости меня. Сегодня ты давал мне знаки. Я плыл. И ветер всегда был против меня. Ты воровал мои копья и швырял их наверх, чтобы я их видел, но не мог забрать. Ты воровал мою рыбу, когда я пытался подарить ее. До свидания, чат, ну, Даша. Всё. Пока, чат Артура. Всем спокойной ночи. Пока-пока. Всем пока. Хорошенько сегодня посидели. Как и вчера, на самом деле, неплохо отдыхаю от стримов за стримами. Всем лавки-чмавки, увидимся завтра, либо послезавтра, но думаю, что завтра. Как бы там ни было, всем пока.